Так, доброго времени суток. Очередной поздний матч стартует уже в 11 вечера по Москве. И это матч обещает быть, конечно, очень интересным. Я надеюсь, что он будет ничуть не хуже, чем тот, который мы видели вчера. Zest и Hero Marine встречаются вновь друг с другом, лицом к лицу. Прямо на ваших экранах. И первая карта — станция Кайрос. Игроки уже как минимум получают $150, но они могут побороться за большую сумму и, конечно же, за главный приз, если кто-то из них дойдет до суперфинала. Победитель в этом матче получает пятое-шестое место и $350 вместо 150. Разница, конечно, не очень большая, но сам факт, что продолжить борьбу в этом турнире хочет абсолютно каждый. И на турнире осталось очень немного участников, 4 человека в сетке виннеров, в сетке лузеров тоже 4 человека, то есть суммарно 8. И кто-то из них должен проиграть, причем победитель этой пары попадает либо на серого, либо на элейзера. Этот матч мы посмотрим с вами завтра. Матчап по ВТ, сумасшедший стиль Zest'а, надеюсь, Hero Marine тщательно обдумывал его предыдущие игры в групповом этапе. Так случилось, что они мало того, что из группы D вышли вместе. Hero Marine вышел со второго места, Zest с третьего. И Hero Marine упал в сетку лазеров, после чего пересекся вновь с Zest'ом. Причем странно, что буквально во второй игре, хотя они были в одной группе, они пересеклись. Не то чтобы это очень плохо, но лучше таких, конечно, моментов избегать. Так, музыка. Маэстро, камера, мотор, чатик, добрый вечер, привет тем, кто, точнее, доброй ночи, кому-то уже доброе утро, кто-то, кто будет смотреть на ютубе, вам отдельный привет. Естественно, я еще раз порекламирую и порекомендую пересмотреть еще одну запись Zest'а против Hero Marine, которая была в групповом этапе. Это супер была игра, я ее отдельным файликом прям выложу, вы ее найдете, там будет подписана первая игра в групповом этапе и Zest против Hero Marine play-off. Вот это вторая игра, знаете, запомните. И Hero Marine делает абсолютно правильное решение. Он играет в командный центр сверху. Он не хочет рисковать и спускаться вниз, чтобы ему убивали раба. Ему это абсолютно ни зачем не нужно. Разведку он делает только рипером. КСМ-ку не стал жертвовать, не стал тратить деньги. Закрывается на всякий случай, чтобы первый адепт к нему не прибежал. И Рипер, кстати, должен был, по идее, чекнуть какое-то потенциальное место для прокси-гейта. Одну из игр Zest начинал против некоторых тиранов на этом турнире через прокси-гейт. Пилон сверху, гейт снизу. Самая главная задача Hero Marine — это сейчас не отдать первого Рипера до того, как он не узнает, во что Протос играет. Ох, как хитро. Очень своевременно Hero Marine изменил направление движение своего первого юнита, но, к сожалению, информации никакой толковой не получил. То есть он вообще не видел здание Протоса, он видел только Nexus. Хо-хо-хо. Много раз мы видели подобные темы. Zest вообще очень полюбил за этот турнир использовать оракулов по самой кромке, по периметру карты. Молов даже Hero Marine не забывает отойти в сторону, чтобы те не забирали перед смертью лишние ресурсы. Это очень грамотный маневр. В начале игры можно себе такое позволить. Это показатель серьезного отношения к игре. Ранее таким занимались обычно только корейцы, но топовые европейские игроки тоже про это не забывают. Правда, не всегда. Великий дроп. А, даже минка дроп. Я так понимаю, это 4 мины под реактором. Да, дроп будет очень сочный. Попытка заезда гелионов удачная. Hero Marine, на удивление, протиснулся мимо адепта. Второй в это время в позиции правильной встать не смог. Но адепты очень быстро с гелионами вопросы решают, поэтому очень неплохой размен. Но Терн определенно такое не устраивает. Он хотел убить гораздо-гораздо больше. И вот первые мины. Одна из них на второй базе. Араку, кстати, начал убивать рабов на мейне, и в это время Медивак отправился в контратаку. Вместе с этим Zest пошел первыми адептами вперед, уже понимая, что к нему гелионы больше не заедут. Бессмысленно продолжать делать их на постоянной основе, и на подходе еще один оракул. При этом здесь адепты... Вау! Вау! Вы видели, что сейчас произошло? Это момент просто на мувик. Адепты перед телепортацией приняли на себя удар мины, потом они телепортировались, и мина попала... Никуда не попала, она просто выстрелила. Грубо говоря, она выстрелила в тень. Она не убила адепта.
С ума сойти. Попытка дропа. Сейчас. Сталкеры своевременно были на страже порядка. Орако очень много киллсов. Адепты. Минус пара. Кстати, минус пару рабочих сейчас благодаря минам была сделана. Адепты пожертвовали собой, но и при этом пару КСМ в могилу забрали. Появился викинг. Если еще один такой оракул бы залетел сейчас, скорее всего, Пермалин лишился бы практически всей своей экономики. Потому что ни одной мины на мейне уже у него не осталось. Последние две мины находятся в медиваке. И опять вновь Ермарин высаживается. Отличная реакция Зеста. Можно было бы, кстати, выкопать сейчас мины и сделать передроп на другую локацию. Или хотя бы одну из них дропнуть на мейн, чтобы и там экономику сорвать. Внезапно Зест приходит в атаку. Он видит, что нету бункера. Оракулы могли бы сейчас попробовать фокуснуть этого циклона. Наиболее опасного юнита. Главный дэмэдж дилер в этом миксе. У Кирмарина практически нет юнитов, всего два морпеха, один циклон. Викинга он лишился, но медивак собирается возвращаться обратно. Оказывается, первый феникс. Сталкеры заставляют командный центр улететь в сторону, и это минус как минимум supply. Zest пытается реагировать, но, к сожалению, не успевает выстрелить минку, у которой было очень мало хп. Небольшой мисклик он допустил со сталкером, это не позволило ему сделать еще один залп. Обидно. Практически сейчас могла бы закончиться игра, если бы Zest был бы чуть-чуть более агрессивен и поднимался бы наверх. Или если бы его Феникс оказался в более нужном месте и в нужное время. Подняв этот танк, можно было бы спокойно подниматься сталкером на хайграунд. Его ничего не останавливало, он мог спокойно убить этот танк, пока Феникс бы его держал. И даже несмотря на такое небольшое количество маринесов, можно было бы рискнуть. В любом случае, утолся больше рабочих, Nexus работает отлично. Параллельно в заказе уже первые технологии. А Тиран пока что имеет всего лишь 3 здания. Для 7 минуты игры для Тирана это очень плохо, потому что уже должны делаться стимпаки, щиты, должны вовсю работать бараки. И это очень такой сложный момент для Hero Marine, ему придется его переждать. Перетерпеть. Третий Nexus. Фениксы, кстати, не добавляются в старгете. ЗС полностью приостановил производство своего текущего воздуха. Главное ему араков не растерять, они еще пригодятся. Пригодятся и стазисы. Если вдруг Теран выйдет с базы, то можно будет вернуться к нему в экономику. Если, конечно, какая-нибудь удачная мина внезапно их не встретит. Хотя, кстати, остается один оракул. И танка, 14 маринов. Прикиньте, как не скоро Теран выйдет с базы. Даже если он прямо сейчас закажет стимпак, он еще очень-очень долго будет находиться без таких минимальных тирановских апгрейдов, без которых он в принципе не может с базы выдвинуться никуда. Если речь, конечно, не идет о двухбазовом алуине с пехотой и танками на 5-6 минуте. Но об этом речи никакой быть не может, потому что уже идет 8 минута, и игра уже пошла совсем не по плану немецкого тирана. Очень тяжело, конечно, из такой ситуации выкарабкаться, но Zest раскачивает свои локации под всеми бустами. Пустит блинк. Феникс. Ем Маринусы. Повезло, что, кстати, не минки. Викинг в это время отвлекает внимание, пробуется на второй, на третьей базе. Один из них полетел на вторую. Морпехи очень сильно нарушили экономику на первой локации. Здесь очень такая неприятная, неудобная застройка у Зеста. Его пробки в очень узком коридоре находятся после того, как эвакуируются с локации на локацию, и спасать их очень сложно. Особенно если они едут не через минировок, а просто идет клик куда-то в область. Они начинают толкаться и терять время. Даже дроп одной мины может забрать почти всех пробок в этом случае. Поэтому если уж переводите рабов, обязательно кликайте на минерал. По-другому здесь нельзя. Не советую. Не рекомендую. Вот, 3 адепта. Не знаю, я что-то не обратил внимания. Надо пересмотреть. Может быть, я уже сплю. Грейд на атаку утолся готов. У Тирана только сейчас стимпак. Очень не скоро появятся щиты. Но единственный, наверное, шанс для Hero Marine, да, это делать 5-бараковый пуш двух полностью раскачанных локаций с очень поздним третьим ЦЦ, а может быть, даже вообще без него. И есть вероятность, что он возьмет с собой еще и рабов. Самое главное ему узнать момент, когда появятся штормы у противника. То есть, если прямо сейчас он кинул бы скан на мейн, он бы увидел, что темпуарня только-только в заказе. То есть, его желание использовать алуин с рабочими только подтвердились бы.
ровно через минуту, примерно в 10:00, армия Терна должна оказаться уже либо здесь, ну, либо здесь, как вариант. Спасибо, Фабио, я понял. И доглядел я одного адепта. Слишком они маленькие, слишком они близко друг к другу ходят. Раздавать направо-налево мариков сейчас Херумарина ни в коем случае не стоит. Вообще мог бы добавить хотя бы парочку мародеров, просто так для устрашения и дополнительной борьбы против сталкеров. Арпехи это, конечно, замечательно. Но газ 4 газов вроде как в ноль тратится. Количество танков, мягко говоря, уже превышает норму. 8-й танк на подходе. И ты уже почти готовый. Грейд на атаку изучен. И да, дорогие друзья, я угадал, но Херумарин тут же нарвался на первый стазис, и все КСМ-ки поехали за основной пехотой, они должны его дождаться. Два танка только что на ровном месте Херумарин отдает, я не понимаю, как можно не дождаться 8 танков, чтобы спокойно, как бы одним караваном, выдвинуться в контратаку. Набрасывается Зилки с ногами, включается Гвардиан Шилд, Феникс поднимает танк, куча сталкеров и имморталов, подходит дотекание, все танки бесижены, тем не менее, нехорошо стреляют. Иллюзии на поле боя. Сталкер заходит со спины. ГГ пишет Херумарин. Никакого шанса здесь не было. Его просто идеально встретили в чистом поле. Херумарин максимум даже до центра карты не дошел. Он вот выдвинулся буквально на пол экрана. Вот смотрите, просто вот, вот его третья, вторая база, да, выход со второй базы. Вот он даже пол монитора не прошел. Его уже Зест уничтожил. Никак не мог знать об этом стазисе Теран. Не вывел вперед Маринуса. Это, кстати, очень детская ошибка. Очень детская. Все тираны, начиная с мастер-лиги, просто обязаны всегда выводить перед собой Марика. Если вы этого не делаете, то чаще всего вы будете напарываться именно на таких тоссов. Тем более, которые играли через Старгейт. Надо понимать, что здесь уровень высокий. И ЗС будет использовать все возможные способы и уловки для победы. Здесь Херумарин очень сильно не доиграл. И не разведал, и не нашел, и не угадал, и оборонялся при этом еще и плохо. Ну и бункер, естественно, как я люблю говорить, для протосов. Следующий матч. Буревестник. В пользу Тоса. Здесь как раз из тех игроков, которые умеют играть разнопланово. Они умеют, игроки такого ранга, хорошо и подстраиваться, играть вариативно, они умеют открывать то, что нужно. Но правда, не скажешь, что игра Зеста какая-то рискованная. Она четкая. Если надо, он может резко уйти в оборону. Если нужно, он будет играть более аккуратно. То есть вслепую, как минимум, от него мы не наблюдаем каких-то таких экстравагантных билдов, типа там просто прокси-роботик с под базой тирана. Такого не увидишь в исполнении такого сильного тоса. То есть в идеале для корейца игра должна быть, ну, для истинного корейца игра должна быть и контактной, и надежной, и эффективной. Даже если он делает что-то агрессивное, оно должно быть не просто агрессивным, но еще и универсальным. Я даже не припомню, когда последний раз я видел от какого-нибудь тоса, знаете, такие дарки типа с одной базы, просто вот-вот попробовать сделать, вдруг прокатит. Такого не бывает. Сейчас Зес, короче, добавляет сумеречный совет, делает прокси дарков и выигрывает.
Было бы очень забавно. Неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: за твое делезное спокойствие. Делезное спокойствие? В смысле спокойствие? Я сегодня весь день орал как резанный. Сейчас я просто немножко подустал, да и поздно уже. Спасибо. Сочно, сочно. А вот, в фаст-центре. Роботикс? О! Ну это, конечно же, сумеречный совет для Блинка, а не для Дарков. По крайней мере, я на это надеюсь. Хотя, я бы и на Дарков тоже посмотрел в исполнении этого Протоса. Рипер так и не добрался до своей основной цели. Ой. Еще можно было здесь спокойно запрыгнуть. Вряд ли один пион блокирует полностью подъем Рипера. Очень вряд ли. Так что этого Рипера надо применять. Главное на адепта не напороться. Ну-ну-ну-ну-ну. Он не увидел Нексус, он не дошел. Не дошел буквально вот один миллиметр. Первомарин может сейчас запрыгнуть Рипером наверх. Как минимум пробежать мимо адепта уже не получится, потому что сзади стоит еще и сталкер с Сентрёй. Один пион блочит здесь Рипера? Да ну, вы шутите. Один пион? То есть сюда он прыгнуть не может? Бредовая карта. Вообще, это ущемление тиранов. Я вам так скажу, потому что на картах должна быть возможность разведки и запрыгивания. На предыдущей карте нужно построить три здания, чтобы Рипер к тебе на мейн не запрыгнул. А здесь один пион. То есть в чем смысл? Не особо воспринимаю это нормальным и логичным. Рипер, кстати, перед своей смертью успел увидеть самое главное. Наличие третьего Нексуса на четвертой минуте. В начале пятой. Это говорит о том, что Протос сейчас будет очень активно строить рабов. И надо этот вопрос как-то решать. Первый это либо дропом мин. Второй это дропом мином плюс, ну, потенциальным залетом викинга, либератора. Или может быть даже вообще баньшой с инвизом. Скорее всего, барак просто перелетит. Нет, ворон. Hero Marine почему-то чего-то опасается. Либо хочет, чтобы у ворона накопилась полная мана к моменту будущего выхода. Потому что выходить все равно придется. Кидать ракеты и матрицы он определенно захочет. Если он хочет сделать много матриц, то ему нужно построить ворона сейчас, чтобы он успел накопить энергию. Иначе от него будет очень мало пользы. Тем более, я считаю, что юнит за 200 газа просто обязан быть с полной энергией. 200 виспена для одного юнита это очень много. Это, грубо говоря, как колосс. Красиво. Ноль киллсов. Ничего убить не получилось. Дропмин полностью провален. И мы видим, как сейчас Протос будет резко уходить вперед по количеству рабов. Пора вам. Зес может сейчас даже поджимать своего противника и держать его в напряжении, пытаясь с сталкерами и с блинком прыгнуть на мейн. Но танка здесь пока что нету. Скорее всего, скоро Хиромарин его здесь разложит. Он же понимает, что у противника есть блинк. Правда, он не контролирует заход наверх. И есть, скажем так, слепая зона, которую надо чекать. Раз Хиромарин сейчас опасается этого. Он вслепую готовится к тому, что может произойти. Обратите внимание, он не может этого никак знать. Он не видит. Только сейчас замечает сталкеров у себя под базой. Ваши войска атакованы. Привлекает Зет сейчас свое внимание. Один из сталкеров мог бы, кстати, встать на краю для того, чтобы чекать по нижнему фронту, не полетят ли какие-то медиваки или либераторы. Такое тоже часто бывает. Лучше там от него пользы чуть больше. Ну, вижен лучше. Опс от дропов. Хороший пилон сверху. Тоже, чтобы чекать либераторов по верхней кромке. В подходе роботикс, форжа, ноли, грейд на броню. Столько всего. И Hero Marine собирается выдвигаться. Вот такой, как бы, небольшой группой. Я не думаю, что он прям сильно ставит проблем Зесту. Более чем достаточно юнитов для того, чтобы это отбить. Два Immortal, две Sentry. Оперативный Warp Zealotов сейчас будет, скорее всего, уже с ногами. Сталкеров отдавать направо-налево не стоит. Красиво.
Главная цель Зест — это постоянно держать противника в напряжении из спины, чтобы и дотекание перехватывать, и чтобы Тиран отвлекал свое внимание. Не концентрировал, короче, весь свой уклон на атаку только в одном направлении — вперед. Он оборачивался. Думал, а не нападет ли кто-то на него со спины. Дроп танков. Идж. Это было довольно опасно. Два колосса на подходе. Guardian Shield. Чуть-чуть рановато вступает, наверное, Zest в контакт. Наверное, стоило делать это чуть-чуть попозже. Фокус первого танка. Блестящие матрицы в исполнении Hero Marine. Просто блестящие. Ворон определенно пригодился. Но так ли на самом деле Hero Marine прав? Потому что у него остались чистые морпехи. Всего лишь один ходственный танк. И сейчас появится два колосса. Двух колоссов убивать будет практически нечем. Зест направляет ралли-поинт колосса сразу на мариков. Он делает просто шикарный сплэш урон. Небольшой вопрос в том, как сейчас Терн будет решать с этим боссом проблему. Точнее, вопрос. У него и проблемы, и вопросы, ему все это нужно решать срочно. Разменивается он, кстати, сейчас очень не самым выгодным образом, потому что, потеряв все свои танки, он очень ослабил сам себя в обороне. И несмотря на то, что у него три раскачанные локации, дома реально ничего нет. Чистые марики-мародеры медиваки против имморталов, танков и центрии с Guardian Shield'ом. 2 варпа зивотов с ногами. Это будет уже 16 зивотов на поле боя. Я боюсь, что Hero Marine будет нечем с этим драться. Абсолютно. Там скоро будет 4 колосса с дальностью. А вы понимаете, да, чем это пахнет? Пахнет определенно викингами. Я так понимаю, мы их увидим очень нескоро. Вот первые 2 в продакшене, на подходе 2 космопорт. К этому моменту Zest уже может подумать о какой-то мощном, о каком-то мощном выходе. Может быть, даже о контратаке полноценной. Планированный. Но ему, кстати, у него для этого есть призма, которая полетела как раз харасить. И Hero Marine сейчас не использует ни туретку, ни радарную вышку для того, чтобы чекать подобные харасы. Как он сейчас будет решать вопрос с призмой на мейне, пока не представляю. Тос пытается зажимать Терна, не выпускать с базы. Посмотрим, как реагирует Hero Marine. Находится на возвышенности Низлнаги, ему нужно как-то отсюда убежать. Конечно же, медиваками под бустом. Зест это дело не прочитал. И пехота дома, в принципе, вопрос этот очень быстро решила. Я не уверен, что Зест правильно понял, куда делась армия противника. Она же могла улететь и в угол. Могла ли полететь по периметру. Зест. Рекол. Рекол, не рекол. Всегда у этого парня есть чем драться. Да, есть сталкеры. У него нет энергии? Слушайте, Зест играет прям как я. У него нет маны на рекол. Приходится отбиваться доварпами. Даже несмотря на такой мощный дроп, Зест отпинался очень даже круто. Потерял всего 4 раба. Их можно смело возвращать обратно. Экономика очень хорошая у Протоса. Hero Marine работают 6 газилок. Ему они сейчас очень нужны, потому что надо делать очень активно медиваки. Восстанавливать их нужно, их надо чинить, делать новые викинги. Потому что с колоссами одной пехоты не подерешься. Зест усиляет своих колоссов и маме. Если бы не его виртуозный контроль сталкеров... О май гад. Если бы его не сумасшедшее патрулирование карты. И вот этот мультитаск, который позволяет ему и передвигаться по карте, и постоянно отжимать юнитов, перехватывать медиваки. То есть, обратите внимание, сталкеры всегда в движении. Они никогда не стоят на месте, они все время что-то делают. Или заходят на центр, или перепрыгивают какое-то препятствие, или разбивают камни, или кого-то ловят, или кого-то подначивают, или кого-то подкоцывают. Вот только Зест так играет, никто больше, ни один корейский толстник так активно не использует сталкеров. Каждую миллисекунду они блинкуются, размениваются. 4 колосса, 11 викингов. И Сентри очень хорошие грейды. Вот, кстати, скоро появятся грейды уже 3 уровня на броню. Я боюсь, после этого морпехи вообще дамажить никому не будут. ЕМП отлично заходит в армию Протоса. Колоссы довольно быстро вскрываются. Но викинги сейчас уже не могут их ваншотить, потому что их все меньше и меньше. Приходится вводить огромное количество КСМ. Зивоты справа тоже убивают экономику. Подставляются имморталы. Нет зилков, чтобы потанковать. Они очень мало прожили в этом сражении. И Зест покидает не эту карту. Естественно, не турнир, а территорию Терна. Временно.
нужно перевести дух. А если бы он еще, кстати, дождался этих апгрейдов, мне кажется, атака была бы гораздо более грамотная. Но ему бы еще, кстати, не хватило сентрей. Он мог перегородить вообще весь этот путь для тирана, увидеть проход, и колоссы нажгли бы гораздо больше. Причем, кстати, сталкеры не успели толком нормально отфокусить викингов до основного сражения. Зест опять делает ставку на битовую армию. Силуэты приходят в ближний бой. Ермарин пытается делать шаг выстрел, но он получает очень-очень много урона от этих зилотов и сталкеров с эмом. Бедеваки просто дамаженные в хлам. Марики перестимпаченные по третьему кругу. Викинги уже сели на землю, потому что не хватает огневой мощи по земле. Ермарину приходится бросать все свои юниты, даже те, которые не предназначены для борьбы, чтобы не проиграть. Фокус ИМА. Тринкуется сталкера очень активно. Пехота у тебя практически заканчивается. Медиваки все без энергии. Им даже нечем лечить. И практически некого. В общем-то. Парочка минок сейчас могла бы очень сильно исправить положение дел. И хотя бы там один танк на возвышенности. Четвертая база. Придется сейчас каким-то образом найти деньги на то, чтобы заказать гастов. Два барака с лабораториями. Два с реактором, два вообще без пристроек. Продакшн, конечно, у Hero Marine очень печальный по сравнению с Тосом, у которого мало того, что 70 рабов, еще и в придачу и 2 гитов, 10 гитов и 5 локаций. Зест ставит нычки реально как истинный зерк. Я больше чем уверен, что Зест не смог бы играть на таком же уровне зергами. Вот протосы это реально для него. Вот те способности, которые он использует. Те группы юнитов, которые он применяет, как он передвигается по карте, это вообще несравнимо практически ни с кем. Там, ни статс, ни СОС, у них у всех совсем разный, совсем другой стиль игры. Они играют в абсолютно другой StarCraft. И третья карта на подходе. Погнали дальше. Тотальный StarCraft. Наверное. Карта бухта. Нравится, как Серов сказал, типа, пусть забирают второе место, я не претендую. Серьезно, он так сказал? Когда было-то? Я пропустил. Ну и Hero Marine. Вообще Hero Marine до этой стадии турнира прошел очень большой путь, ну как собственно и Zest. И очень даже круто, что они встретились еще раз. Пока у Hero Marine не получается найти ключик к этому сумасшедшему протосу. Единственное, что нужно тирану, как ну, мне кажется, ему нужно как-то захватить инициативу. То есть надо попытаться нанести какой-то вред. Не просто со стандартными таймингами, типа там прилет в определенную секунду, медиваками. Зест уже все эти тайминги знает наизусть. И в исполнении Hero Marine, и в исполнении любого другого тирана. Он с точностью до секунды уже знает, когда к нему может прилететь медивак с минами, когда заедут гелионы. Он все это прекрасно понимает. Hero Marine нужно удивить Зеста. И не просто каким-то супер билдом, а просто, может быть, сместить тайминги, я не знаю. Это, конечно, может быть, глупо звучит или как-то по-казуальному, но а как еще делать, когда противник тебя идеально знает, когда он к тебе готов? Когда он готов не только к тебе, но и к другим тиранам. Ведь все остальные тираны с такими же таймингами делают те же самые атаки. Получается, чтобы выиграть игрока, который хорошо знает тайминги, нужно или сбить эти тайминги, или просто быть менее предсказуемым.
Что, конечно же, нелегко. Никто и не говорил, что будет просто. Оу, хорош. Такие строгиты напоминают мне всегда о временах, где-то, знаете, Ходса и лучших времен господина МС, который убивал тиранов направо и налево, какими бы сильными они ни были. Тейжа, ММА в свои лучшие годы, Бомбер, неважно. Тибуло все равно. Он знал, что делать, как делать, какими юнитами делать. Всякие пуши с грелками, там прокси-оракулы были очень-очень круты во время. Блин, натиск начинать. Ну, определенно это нужно делать. Так и появляется, так и получается инициатива. По-другому ее никак нельзя получить в игре. Если Зес начинает вести игру, он ее лучше чувствует, он лучше понимает, впереди он или позади, или насколько противник слабее него, где его слабые точки. Это все в игре очень круто чувствуется. Хе-хе-хе. Даже два адепта не смогли заблочить Рипера. Погоня. Оу, ничего себе. Будет еще и поджим с трех гейтов, помимо оракулов. Интересный момент. Так, это первый оракул в заказе. Второй на подходе. Вы заметили, да? И против тиранов, и против зергов Зест играет в практически одинаковом ключе. То есть микс адептов плюс ораковы. Адепты забегают, оракулы залетают на другую базу. Или всеми на одну. О-хо-хо-хо-хо, какой микро показал сейчас Зест. Вот любой другой тос на этой мини бы отдал оракула. Абсолютно любой. Вот, даже если бы 10 игр Showtime сыграл, он бы все равно отдал бы этого оракула на мини. Круто Зест среагировал. А, 300 потерь, пардон, я пропустил, к сожалению, видимо, первого оракула, пардон, ребята, очень хочу спать. Это были три очень насыщенные дня. Сейчас Зес придумает, неужели он собирается телепортироваться прямо на вторую локацию под этих маринесов? Боюсь, что у них очень большие проблемы. Два оракула улетели как-то уж совсем далеко. Первый марик. Второй. И поддержка оракулов. О май гад. Фокус мины. Пермарин не успел поднять саплай, а адепты прошли на мейн. По крайней мере, один. Но потерь все равно довольно много. В целом, Зеса, наверное, это устраивает. Позвонит блинк. Два сталкера. Еще один прокси-гейт. То есть, прямо под базой на третьей локации Терна. И еще и третий Нексус в придачу. То есть, я так понимаю, Зест хочет играть в агрессивный блинк, пока Терн будет переводить дух. Ну, пока он еще, конечно, изучит блинк, пройдет довольно много времени. К этому моменту как раз построится третий Нексус, и пока сталкеры будут выигрывать время, третий Нексус должен, по идее, раскачаться. Зест, конечно, очень умный игрок, безумно умный. Единственный тост на всем турнире, вот реально один, который по всей карте расставляет прокси-пилоны, постоянно бегает юнитами, летает оракулами, то есть он не сидит на месте. Я очень часто говорю эту фразу, но я буду ее повторять до тех пор, пока европейские прогеймеры не додумаются до того, что нужно ставить пилоны по карте. Так еще делал дедушка Вайтра в своем 2011-2012 году. Это же мега эффективно. Узнавать о дропах заранее, узнавать о либераторах заранее. С одной стороны, можно, например, вешать апсов, с другой ставить прокси-пилоны. Причем этими пилонами можно утыкивать абсолютно всю карту. Вот Зес собирается поджимать, у него есть два оракула, есть Феникс. Прекрасно знает, где сейчас находится его противник. Пиромарина в этом плане большие проблемы. Мало того, что он не знает, во что играет его оппонент, он не видел ни Сумеречного Совета. Сталкеры оказываются на мейне. Минус первый реактор. Это Багуля. Попытка поймать сталкеров снизу. Сталкеров очень много. По-моему, даже Зест это устраивает, такое сражение.
Под араконами моряки здесь раскладываются очень быстро. Стимпак не успел доделаться Хироварину. Просто не повезло. Ему не хватило буквально 5 секунд, чтобы хоть какой-то урон нанести противнику. Он начал делать мародеров. Это очень хорошее решение, потому что против сталкеров по-другому здесь быть не может. Чистые моряки не очень полезны. Мародеры гораздо более эффективный, активная атака. Да и более толстый юнит он. Фокус мародера. Нет? Да, да, видели? Он фокуснул мародера и резко блинканулся. Не бесплатно, конечно. Но попытался. И вон, и денег стоит. Серьезно? А знаешь, сколько стоит убитый рабочий или Нексус? Больше, чем пион, поверь. Пионы в любом случае нужны. Их и так строить. Просто некоторые строят 10 пионов вот так по вертикали, а умные процессы, такие как Zest, строят их по карте. Ноги. Вот, пожалуйста. Зест. Видел? А ему не нужно видеть об этом. У него зивы-то заранее уже здесь стоят. Сталкеры. Блинк. База атакована. Близко. И только, смотрите, основная армия Терна пошла убивать пион с гейтом наверх. Тест тут же посветился, напал в лоб. Попытался убить пару юнитов. Сталкеров поставил на край. Рабочих на правильную зону вернул. Уже можно смело половину переводить на четвертую базу, потому что она уже начинает работать. У Зеста 67 рабов на 49. Очень существенный перевес по лимиту. Мог бы быть, если бы он так сильно не вкладывался в экономику. Но он сейчас быстро это исправит, когда наладит уже активное производство со всех гитов. У него их, кстати, 7? Должно быть 8. 8 гитов. Идет Хиромарин в свою, возможно, последнюю атаку. Грейды 1-1 против 1-0. Фармни пока что еще нету, и Мортал фармни у Тоса не густо, всего одна штука. Единственная опасность, это, кстати, вот эти мины. Парень сейчас заметит пион. Захочет его, естественно, убить. Интересно, Зест этим воспользуется или нет? Знаете, что делает Зест? Он знает, где Теран, он его видит. Может быть, какой-нибудь хитрый стазис? Пока Теран далеко, почему бы и нет. И вот Оракл опять залетает очень своевременно. Пиминги в центре. Тот их не видел. Уже три Иммортала. Фотонка на мейне на всякий случай. Две фотонки фотонка на четвертой базе. Сталкеры. Идрить у тебя реакция, чувак. Шел по центру и увидел мину. Красавчик. Прям как я учил. Молодец. Рига стал уже на подходе. До появления темпуаров. Пока всего один архон. Сталкеры опять же размениваются. Зест очень хорошо чувствует, когда нужно сталкерами отступать. То есть вот эта грань между я борзый и я сваливаю, вот она настолько тонкая, но только Зест ее понимает. Сколько за ним не смотри, а реально только вот высококлассный игрок уровня Зеста может это понимать. В какой момент надо давить, а в какой отступать. В какой поджимать, а в какой дожимать. В какой зажимать, а в какой атаковать. Когда F2 кликать, а когда микрить. Вот только это знание, мне кажется, выделяет его из всех корейских протосов. Короля микро нет на турнире. Кого? О ком сейчас? Если ты про меня, то у меня денег нет. А если ты про Марин Кинга, то он как бы забил на StarCraft уже как лет 6 назад. Еще два прокси-пиона. И здесь два прокси-пиона. Я так еще Wings of Liberty делал на карте Lost Temple. Потому что эту фишку от Вайтры только глупый протос не использовал. Призмы с темпуарами. Неужто мы увидим дроп штормов? Так, выход на центр. Рейды 2-2 на подходе.
Сейчас нужно очень внимательно Зесса сгруппироваться, правильно напасть и зажать противника. Где призма? Призма, 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 призма. Смотрите внимательно. Смотрите внимательно за призмой. Какой шторм, господи. Боже, Терет сейчас просто под штормом прогулялся великолепно. Шикарная ракета. Даже несмотря на эту ракету, просто все равно готов драться, потому что вся армия Терна пробитая просто насквозь. Морпехов практически нет жизни, мародеры краснющие, они при смерти, уже некуда бежать, Херумарину с поля боя нет, никуда не спрятаться. Протос даже с отрицательной броней дерется в плюс. Ге-ге, господи, вот это да. Trouble. Zestus has so many freaking units, and even though some of them are orange, GG. Some of them are blue. GG. Это Zest, ребята. Gets the job done Это once Zest. Again. Zest is best. We will be seeing more of that handsome man tomorrow. Скажу честно, Херумарин боролся. В групповой стадии, конечно, сыграл гораздо круче, чем сейчас. Может быть, уже подустал. Хотя Игорь сегодня у него было всего парочку. Вчера он сыграл 7 игр в группе D. Было тоже непросто, тем более их игра была последняя. Все были измотаны, но реально играли они лучше, чем... Херумарин играл вчера лучше, чем сегодня. Клёвый матч. Очень клёвый. Спасибо большое за внимание, дамы и господа. Я с вами потихонечку прощаюсь. Мы увидимся с вами завтра в 3 часа дня по Москве. Не опаздывайте, пожалуйста. Завтра будет супер плей-офф на Story Cup номер 19. И я желаю вам хороших сновидений. И надеюсь, что вам понравились сегодняшние игры. Все появится на YouTube уже совсем скоро. Сейчас отправлюсь это дело забивать на канал. Завтра увидимся уже. Услышимся из... московской киберспортивной арены. Весь трансляция оттуда пойдет хорошо на все мои каналы, и все будет четко. Спасибо за внимание, спасибо большое всем премиум подписчикам, всем донатерам, всем модераторам, всем, кто помогал сегодня за чатом. Игры сегодня были просто огонь. Завтра будет еще круче. Завтра игра начнется со статца и Тивая. Не вздумайте опоздать. 3 часа дня по Москве. Спасибо за внимание. So in this series, in the first map, I actually did a build that I never showed before. So I think Hiromaru was expecting another build, so it worked well for me. So I got this new build, and he was kind of confused by it, and that's why I was able to win. In the second game, he showed us something different than he does in most games, where we see a lot of Zealots and a lot of Stalkers in general from Zest. But in the second game, he actually went for a very quick double Robo Colossus as well. Can you tell us why he decided to do it? 아 그리고 2세트 때는 그러니까 평소에 광전사 추적자를 많이 사용하시는데 바로 로보를 짓고 거신을 하셨는데 왜 그런 결정을 내리셨나요? 일단 제가 그 조별리그에서 그런 식으로 플레이했는데 히어로마니 선수가 대처를 생각보다 잘해가지고 좀 변화가 필요했다고 생각해가지고 예, 거신을 했는데 잘 먹힌 것 같아요. So the first game I went for the Zealots and Stalkers and I saw that he was reacting really well, so I thought I had to bring a change. That's why I went for the Colossus early. All right, Drogo, do you have any questions for Zest? Kev can go to office. Can I go first? Yeah, go first. Yeah, he actually said that he had a new build in the first game, right? That he hadn't shown before. I mean, like, it's different from what he was usually doing. Yeah. But didn't he do the same against... You mean Hiromarine on King's Cove? Yeah. I think that he probably means that it was slightly different timings or something. Because against yesterday on King's Cove against Hiromarine, you did Proxy Oracle as well, no? 아, 아까 1세트 때 다른 빌드 하셨다 했는데 어제도 근데 그거 하지 않았나요? 그 프록시 예언자. 그거는 소울 선수. Against Soul, he did that against Soul. Oh, it was against Soul? Ah, okay. I think he did it Hero Marine. Oh, Hero Marine, though, he's talking about it. I don't remember. Army, решил, I do have a question, actually. It's a bit technical. When he sees a Sentry or a High Templar,
Does he, when he sees a sentry or a high templar, does he need to click on the units to read the amount of energy, or can he tell if the unit can use a force field or a storm just by looking at the energy bar without clicking on it? 좀 더 기술적인 질문인데요. 이제 파속이나 구위기 살아봤을 때 에너지가 얼마나인지 보려면은 유닛 클릭을 하시나요? 아니면은 그 이제 그 바에 그 보라색으로 차 있는 것만 보시나요? 어 대충 게임을 많이 하다 보면 그 바에 차 있는 것만 봐도 대충 몇 차 있는지 감으로는 알 수 있는데 뭐 100% 정확하게는 알 수 있는 건 아니죠. Just looking at the bar, I can know, but not exactly. But usually, like, I get the feeling, so I don't click on it. I like the answer of that question. Are there some moments where he clicks, though? 가끔 클릭할 때도 있나요? 환상 보낼 때는 그 처음에 이제 정찰하려고 환상 보낼 때는 마음이 급해져가지고 빨리 보내야 돼가지고 빨리 마나 차는 것만 기다리고 있어요. For the first hallucination to scout, I do that because like I'm really waiting for it. So yeah, I click on the units to see the energy. Okay, that's a scenario we didn't discuss about. So obviously, Zesta, it's been a very long day, so we're gonna let you go soon. But tomorrow you will go up against a Zerg player. It's going to be Elazer or Serral. I'm gonna assume that he rather plays against Elazer, but maybe he's gonna surprise us. So who would he rather play tomorrow and why? 네, 내일 이제 세라 아니면 레이저 선수를 만나게 될 텐데 누구를 더 만나고 싶은가요? 제가 알기로 이레이저 선수가 세라를 아예 못 이기는 걸로 알고 있어가지고 이레이저 선수랑 할 것 같은데 예, 이레이저 선수 만나면 딱 예, 그래도 이길 수 있을 것 같아요. So from what I know, Elazer can't beat Serral, so I think I'm going to play against Elazer tomorrow. Yeah. Okay. 나 너무 будет играть против Elazer. 좀 뭐예요? 자신감 있으신가요? 일레이저 상대로? 뭐 저번에도 제가 3대0으로 이겨가지고 네, 자신은 있어요. Yeah, last time actually beat Elazer 3-0, so I'm confident. Okay, right. I actually have one more question. In general, you build a lot of stalkers in your games, and it seems kind of scary to hold some kind of pushes, but you're always fine. Do you not feel afraid of any kind of big Raven tank pushes? Do you always feel comfortable enough with 16, 17 stalkers early on that you can delay the opponent enough, or what's the thought process? 처음에 이제 추적자를 되게 많이 찍으시는데 만약에 상대가 뭐 전차나 밤가 같은 거 그런 거 안 두려운가요? 추적자를 많이 뽑는 거는 안 좋은데 그 상황에 따라 조금 다른데 만약에 추적자를 많이 뽑았다면 최대한 그걸로 이제 정면에서 오기 전부터 병력을 잘 끊어 먹어야 좀 막을 수 있을 것 같아요. So actually it's not that good to make that many stalkers, but if you do that, you have to be aggressive to go in front and cut their army before they come into your base. Okay, one more question, then I'm done, I swear. In the third game, another thing he tends to do actually is that his upgrades when he plays Blink are rather late. And this can, I think, create quite dangerous situation. Like last game, Hero Marine was pushing with 2-2 and Ghost, and if he doesn't get the storm off, this fight seems like he will never win it because it's max versus max, and he's just down two upgrades, and it's not great tech. So does he always feel comfortable with being able to get those storms off, or what's the thought process there? Because it seems like he's just down in upgrades. 이제 3세트 게임 보면은 사실 업그레이드가 약간 늦었던 것 같아요. 상대는 막 이제 투투 상태에서 막 유령으로 이제 밀고 있는데 이제 주성 선수는 막 스톰 있는데 제가 블링크가 뭐 늦었거나 좀 그런 상태에서 좀 안 두려운가요? 걱정 안 돼요? 게임하면서? 게임을 하면서 일단 정신이 없어가지고 상대방 업그레이드는 체크 못했고 업그레이드 체크 못한 게 더 다행인 것 같아요. 왜냐하면 저는 제가 상황이 괜찮다 생각해가지고 자신 있게 싸워서 예, 그렇게 이길 수 있었던 것 같아서 업그레이드를 알았으면 제가 더 겁먹고 졌을 수도 있었을 것 같아요. Actually, that game was really confused, so I didn't know about his upgrades. So that's why I was able to be confident in this fight and do it. But if I knew about the upgrades, maybe I would have been scared and like lose this fight, you know. Okay. But fortunately, I didn't know about his upgrades and it went well for me. Amazing. Alrighty, well, that's going to be it. I can see that he's having it very hot on the couch. He's also wearing a winter jacket. That won't help. Maybe we should ask him to take off his jacket the next time. Maybe very quickly, some final words for the people at home cheering for him. 지금 많이 더워 보이시는데 혹시 자켓 벗으... 아니, 진짜... No, you don't know. 벗으셔도 돼요. 저는 지금 옆에...
다른 선수들이 땀을 안 흘리는 게 신기할 정도로 덥거든요. It's really fascinating actually that you're not sweating at all. Oh, we are. 아, 땀 흘리고 있대요. 아, 그 마지막 이제 이제 내일이 마지막 날인데 내일이 제일 중요한 날이고 제가 우승한 지도 좀 꽤 지났거든요. 그래가지고 이번에 꼭 우승해서 최다 우승이 3회 우승으로 알고 있거든요. 태자 선수가. 그래서 우승해서 꼭 동률 이루고 싶네요. So tomorrow is the last day, it's the most important day. I think the record so far is Taeja with 3 wins, so I want to make it too. Awesome. Well, thank you so much, Ajin. Thank you so much, Zest. Feel free to go. Я всем прощаюсь. До завтра. Спасибо большое за внимание. Увидимся завтра. And that is going to be it for us today, guys. Спокойной ночи. Real quick, our production already brought the bracket up once on screen, but since we were interviewing Zest, I didn't really want to go over it. But maybe we could take another look at the bracket real quick. That would be awesome. Obviously, we've got two amazing upper bracket semifinals coming up tomorrow. Stats against TY and Serol versus E-Laser. Guys, Stats real quick. Stats против Serol. Stats TY is going to be great. Serol E-Laser. До связи. I don't know. I feel like it's going to be one-sided. I do find the backstory a little bit cool. Ever since that very cool interview that E-Laser gave, you know, where he kind of compared his own career.